Ассаляму алейкум, джамаат. Помощник муфтия Абдулла Салимов выступил с заявлением о том, что муфтий все-таки запретил никаб в Дагестане, оправдывая это необходимостью в безопасности. Муфтият Республики Дагестан уполномочил меня сделать заявление. Муфтий, ссылаясь на обращение Министерства по национальной политике и делам религии, в котором сообщается о существующей угрозе безопасности населению республики, и на основании вынесенного вчера компетентного заключения отдела ФЕТВ, объявляет о временном запрете на ношение никабов до устранения выявленных угроз. Хотя ранее было распространено заявление отдела ФАТВ о том, что оснований на запрет никаба не обнаружено. Текст был составлен таким образом, чтобы показать ревностную, в кавычках, позицию отдела ФАТВ. Но при этом они же подчеркнули, что такой запрет может быть введен лишь временно. Как вы знаете, нет ничего более постоянного, чем временное. Тем нездравомыслящим людям, которые считают, что никаб запрещают из-за событий 23 июня, следует пересмотреть огромное количество видеоматериалов тот день, выложенных на просторах интернета, и убедиться, что те, кто непосредственно принимали участие в совершении данного акта, действовали открыто и не прятались под никабом. А фатва о запрете никабов, оправдываемая ситуация с безопасностью, является ничем иным, как очередной стадией борьбы с исламом, или, как они говорят, с исламским радикализмом. Является ничем иным, как обслуживанием воли кураторов, которые отдают приказы гражданину Абдуллаеву и его супруге. Кстати, в Таджикистане все начиналось подобным образом. Сначала запрет никаба, потом черных хиджабов, потом бород, потом вообще хиджаба. И если мусульмане стерпят первое из списка, то непременно нас доведут и до запрета хиджабов. Тоже временно и тоже из безопасности. С вами был Горец, и вся хвала принадлежит Аллаху.